بسم الله الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Мы сегодня уже заканчиваем говорить о шести имамов хадиса. Что означает о шести имамов хадиса? Есть такая в науке хадисе есть такое понимание кутубу ситта. Шесть книг хадисов. Кутубу ситта. Кутуб — это книги, ситта — это шесть. И оно, этот термин «шесть книг», оно известно в исламском мире. И когда ты или мы слышим «шесть книг», этот хадис приводится в сборниках шести книг, это означает шесть следующих книг. В принципе, мы уже их всех знаем. Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ат-Тирмизи, Насаи и сегодня шестой, последний, Ибн Маджа. Этот имам, у него тоже есть свой сборник, как и предыдущих имамов были сборники по хадисам. Он тоже свою книгу имеет, свою книгу написал. И также повторюсь, как и с предыдущими учеными говорил, а это часто мы видим, когда читаем книги, сноски внизу, привел хадис Бухари, Муслим, да, например, или Насаи. Также мы видим, или замечали, наверное, Ибн Маджа. И давайте ознакомимся с этим ученым. Этот ученый родился в 209 году по хиджре и умер в 273 году и 824 по григорианскому и умер в 886 году. Его зовут Абу Абдулла Мухаммад ибн Язид ибн Маджа Рибаи Казвини. Значит, он из территории Ирана и рядом с Азербайджаном. То есть на Иране, на территории Ирана находится, близко к границам Азербайджана. Что означает Маджа? Сын Маджа. Ибн Маджа – это сын Маджа. Что означает? Это прозвище отца, так его называли, его отца Маджа. Честь, прозвище отца. То есть сын Маджа. Да? А приводится, что это имя матери, но более правильно, что это прозвище отца, по мнению большинства, да, так известно, как бы. Этот ученый мухаддис делал путешествия в страны, как Басра, Багдад, в целом Шам, Египет, Мекка, Мадина, Раи. То есть, как и все мухаддисы, мы замечаем, он путешествовал, он ездил за цепочками передач, за тем, чтобы приобрести хадис в высшей степени. Его шейхи были Мухаммад ибн Аль-Мусанна, Мухаммад Башар, Абу-Бакр ибн Аби-Шейба, Усман ибн Аби-Шейба. Ученики были ибн Сибавей, потом Мухаммад Иса Сафар, Исхак ибн Мухаммад, Али ибн Ибрахим Аль-Каттан. То есть, на самом деле, их больше, я вкратце и максимально сужаю количество ученых. Что сказал о нем Абу Яля Аль-Халили? Он говорит, Ибн Маджа сика, достоверный. Также муттафакун алей. Все ученые в нем, то, что он достоверный, его слово принимается в исламской умме. Также все признают о его почете. И также он говорит, он известен тем, что написал книги, как истории. По истории тарих и сунан. Что касается сунан, то это сборник хадисов. Мы о нем сейчас поговорим. Что касается тарих, истории, это как бы нету этой книги на сегодняшний день. Также и в тафсире. Также и в тафсире. У него тафсир и история. Комментарии Корана, истории он написал, но их нету сейчас. Может, они даже затерялись. Может быть, часть дошло. А так, у нас только имеется сунан, сборник хадисов. Имам Захаби сказал следующие слова. Ибн Маджа был садик,
искренне, справедливым, имел большую информацию в знаниях хадиса. Но, говорит, его сборник по хадисам, как и все предыдущие ученые, которых мы уже упоминали, конечно, его степень, имам Захаби говорит, Ибн Маджа степень в сборнике чуть упала, говорит. Дело в том, что, говорит, там упоминается немало слабых хадисов, а может даже и как бы и подложных, слишком слабых хадисов, да? Ибн Хилликан говорит, он был имамом в хадисе. Ибн Касир говорит, Ибн Маджах – это тот человек, который написал сборник по хадисам, и он известен этим самым. И его эта книга указывает, какой у него был ильм и амал действия, и как он имел очень глубокое понимание в хадисе, имам Ибн Касир говорит. И потом говорит, и он говорит, следовал за Кораном и Сунной в акиде и фикхе. То есть во всем он Коран Сунна в первую очередь ставил. Ибн Хаджар сказал, китабуху, то есть его книга, то есть сборник хадисов, она очень в себе много разделов выбирает, и в нем очень много мы можем найти пользы. И также в ней есть слабые хадисы. Значит, мы замечаем, что мы из всего то, что я сейчас перечитал в высказываниях ученых, мы замечаем следующее. Первое, и у Ибн Маджа есть три книги, известно, да? Это тафсир, комментарий к Корану, хадис, сборник по хадисам, и также тарих, история. Что касается тафсира и тариха, то их нету, хадис он есть. Также мы замечаем от высказываний ученых то, что он всей уммой принят, то есть вся умма его приняла как имама мухаддиса. Это для чего? Для того, что когда мы приводим от Ибн Маджа, значит, он имеет большой вес, и на таких ученых можно ссылаться или нужно ссылаться, к ним возвращаться. А теперь поговорим о самом сборнике хадиса. Давайте ознакомимся с самой книгой. Ибн Маджа говорит, я этот сборник по хадису показал Абу Зур ат-Тирмизи, и он на нее посмотрел и сказал следующие слова. Заметим, какой ученый, какие похвалы сейчас он скажет. Он говорит, я как бы подумал, предположил, если, говорит, этот сборник хадисов попадет в руки людей, то они, говорит, оставят мечети из-за этой книги. То есть они займутся чтением этой книги и перестанут ходить в мечети, приобретать знания. То есть как будто бы он хочет сказать, эта книга в действительности очень высокая, достойная, да, для чтения, и даже может отвлечь всех людей от мечети, от приобретения знаний в мечетях уже, да. Также он сказал Ибн Тахир комментарии говорит к словам Абу Зур ат-Тирмизи, он говорит, достаточно, если, говорит, Абу Зур ат-Тирмизи так похвалил. То есть такие слова, говорит, от такого ученого, это, говорит, высокой степени, да. Также Ибн Касир сказал, говорит, эта книга, говорит, очень полезная, говорит, в ней много пользы вопросов фикха. Ибн Асир говорит, в нем очень много, она очень сильная и много пользы вопросов фикха. Но в ней есть, говорит, слабые хадисы и манакир. Очень-очень высокой степени слабости хадиса все-таки в нем есть. Мизди сказал следующие слова. Мы уже говорили 6 книг, да, мы поняли суть 6 книг. И Мизди говорит следующие слова. Если Ибн Маджа приведет какой-то хадис, который нету в этих 5 книг, то тогда его хадис будет слабым. А если он приведет то, что в этих 5 книг есть, то уже, конечно, большая вероятность, что оно достоверное. Но Ибн Хаджар не согласился с этими словами и сказал, на самом деле это не так уж, если каждый, какой бы хадис ни был бы, выделялся бы он собой от 5 сборников, это не означает, что он слабый. Следующие слова, то что, вернее даже не слова, а кто первый
его ввел сборник шести, значит, было пять сборников, и мы уже понимаем, кого имеем в виду под пять сборников, как он стал шестым. Шестым он стал, первый его ввел в этот сборник, а это Мухаммад ибн Тахир. Он написал книгу «Условия ученых хадиса» и ввел его шестого в этот список. Шестым был ибн Маджа у этого ученого. Значит, следующий после Абдул-Гани Аль-Махдиси также последовал и написал, также ввел его шестым, и в последующем все ученые уже вводили шесть сборников, как, скажем так, как сборник, к которому ученые возвращаются, шестым сделали его после того, как эти два ученых написало, и в последующем, и сегодня даже мы вот сидим, рассказываем именно за шестерых ученых по хадису. Мухаммад Фуад Абдул-Баки, который писал работы по шести сборникам, он сказал, Ибн Маджа, его сборники имеется 4341 хадис. Значит, когда сборник хадисов Ибн Маджа, по высказыванию Мухаммада Фуада, он говорит, то, что в этом сборнике 4341 хадисов. И 800 хадисов приблизительно, плюс-минус, 800 хадисов слабых. Слабых хадисов. Это почти третья часть, да? И слабость этих хадисов, то есть, как мы знаем, наверное, уже в каких-то уроках я упоминал эту мысль, что слабость хадисов бывает степеня. То есть от 0 до 100 некоторые слабые хадисы бывают уже все, аннулируем, да, их слишком высокой степени слабости, да. А некоторые хадисы бывают чуть менее слабые, некоторые бывают очень близки тому, что они почти хорошие хадисы, да. И, конечно, 800 хадисов, когда мы говорим, мы понимаем уже то, что они не одинаковые своей степени слабости, а разными степенями своей слабости. Имам Албани, шейх Албани, современный ученый, сказал, что 900 хадисов. То есть предыдущий ученый упомянул 800, а Албани прибавил, сказал 900. И имам Захаби сказал 1000, плюс-минус. Значит, мы замечаем, то, что от 800 до 1000 хадисов из 400-341 хадисов, где-то вот столько будет, такой размер у нас будет слабых хадисов. Валлаху а'лям. Значит, мы как бы вкратце ознакомились. И последнее, что можно этой книге сказать. Ибн Маджа был тот из людей, который смог в своем сборнике собрать тремя передатчиками хадис. У нас хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, словах посланника Аллаха. Все дела по намерениям, да, всем известный хадис. Чтобы этот хадис мы прочитали, мы должны были вначале пройти цепочку передач, передатчиков, которые довели цитату посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. И сколько там передатчиков будет? И Ибн Маджа был из тех ученых, которые в его время, находясь, мало кто такую цепочку имел, то есть тремя передатчиками. Это очень короткая цепочка передач. То есть ученые всегда стремились, они поэтому и путешествовали в другие страны, чтобы найти по минимальному цепочку передач. А человек спросит, а зачем вот эта минимальная цепочка передач? В чем ее польза? Польза в том, что чем меньше передатчиков, тем больше вероятность, что твой хадис достоверный. Вот смотрите. В быту даже происходит. Ты сидишь, и информация до тебя доходит. Ты услышал эту информацию. Все, все. Но ты хочешь понять, она достоверная или нет. Ты начинаешь спрашивать. А вот эта информация, которую ты мне принес, о Мухаммад. Например, да, Мухаммад тебе пришел. Ты ему говоришь, она достоверна? Кто тебе ее передал? Где вот эти люди? И он начинает говорить, мне передал, например, Али, мне передал, например, Омар, мне передал еще кто-то, и целый там ряд передатчиков он тебе начинает передавать. 5, 6, 7. И ты значит, сразу думаешь, о, может быть, кто-то там кто-то что-то там преувеличил среди этих передатчиков. Ты уже начинаешь беспокоиться, слишком большое количество людей ты мне приводишь. А представь себе, ты спрашиваешь, о, Мухаммад, кто тебе передал? И он говорит, Омар, а Омар от Али. Маленькая цепочка передач, большая вероятность, что
оно будет достоверно сильное. Замечаем, да, разницу между большой цепочкой передач, передатчиков и маленькой цепочкой передач. Это теперь у Ибн Маджах было 3 передатчиков в цепочке. У Бухари тоже есть такая, 3 только. И Ахмада. То есть это получается очень высокая степень. Высокая степень. Сулясият называют, да, ее. Сулясият, то есть это только 3. Таляса, да, то есть это у нас означает 3. Получается, этот сборник имеет достоинство, то, что в ней есть хадисы с 3 передатчиками. Но, как многие упоминают, эти хадисы слабые. Как многие упомянули, они слабые. В конечном итоге, что мы можем отсюда получить с этого автора, с этого ученого? То, что мы заметим, высказывания ученых вокруг этой книги, вокруг этого автора замечаем очень очевидно, сильно даже заметно, то, что часто упоминается, то, что у него много слабых хадисов. Значит, мы, простые люди, когда читаем Ибн Маджа, уже должны немного сосредотачиваться и понимать, быть может, этой книге уже слабый хадис я прочитал, например, да, и не пытаться поспешить и сказать, вот он там привел, значит, достоверно, да. Это как бы такое резюме, да, в конечном конце мы делаем. Что мы еще заметим? Последнее, что хотелось бы здесь сказать, а это мы заметим, говоря о этом ученом, мы не замечаем, кроме как книги самого сборника хадисов, что-то такое полезное для нас в современном мире. То есть, когда я выбираю ученых, да, я смотрю, я стараюсь максимально вытаскивать те вопросы жизни ученых, которые сегодня нам помогут. Сегодня мы часто сталкиваемся с теми или иными вопросами, да? И хотелось бы людям слышать больше те вопросы, с которыми они сталкиваются. Но мы заметим, Ибн Маджаха история в себе такое не содержит. За других мы посмотрим ученых, либо конфликты с учеными между собой, между правителями. Все это мы сами сегодня видим. Нам интересно посмотреть, как ученые вели себя в этом положении, тоже, чтобы также за ними следовать. Но Ибн Маджах мы замечаем вкратце информация. И я максимально почему должен был его упомянуть. Дело в том, что мы должны знать 6 источников. Это очень важно. 4 мазаба прошли, теперь 6 имамов по хадису тоже прошли. И это очень приятно, что у нас есть такая уже маленькая информация. Также, что можно сказать здесь? Очень важно знать наших имамов, повторюсь. Почему? Потому что сегодня неверующие везде пытаются тыкать, показывать, кто, за кем надо следовать. И эти, за кем надо следовать, конечно, не являются мусульманами. И поэтому мы должны упоминать эти имена, мы должны упоминать наших ученых. Вот даже перед уроком, перед тем, как начать, брат, который мне помогает, лектор, он даже не знал, кто такой Ибн Маджа. Теперь знает, теперь и вы, наверное, будете знать. Это очень важно знать наших мухаддисов, что они оставили за собой. Может быть, этот урок послужит тому, что кто-то откроет, купит книгу Ибн Маджа и начнет читать тоже. Поэтому это очень важно в сегодняшнем мире упоминать наших, нашу историю, наших ученых и тем более показывать детям, чтобы они это знали. Баракаллаху фикум, надеюсь, была польза слышать за мухаддисов. Также будем продолжать о других ученых, бесспорно. Мы должны всю нашу уму поднимать, знать. Аллаху а'лам. Джазакумуллаху хайран. Ва ахиру да'вана. Аль-хамду лиллахи раббиль аалямин. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.